месяц. Мы только что прыгали на вот этих вот штуках. И это было очень-очень круто. Мы опаздываем к бедуинам. Ой-ой-ой, как солнечно. Еще, блин, вчера вечером было так холодно, а сегодня слишком светло. Йоханан, ты заболел? Я болею уже 2 дня. Наши отвратительные условия. Покуси. Называется человек. Да, я нормально. Василиса ничего не снял, возвращайся. Сейчас, дайте мне пойти. Данил, ты любишь дайте, что ли? Не, я хочу сесть. Только когда пьяный. Или обдолба. Эй, мала, сок, дай, лак, ноца, люков. Эй, фолотика, ходай, лак, ноца, люков. Не хочешь, а да хочешь, мол. Мы группа Виагры. Я рыжая, она блондинка, а она темная. Теперь песня. А я простила его опять. О, как намаялась я с тобой. Моя попытка номер 5. Здрасте, дорогие. Они плюются. Ну что? Вот, в нее плюваете. Я боюсь. Она тебя больше боится, чем ты ее. Блин, это очень стрёмно. Какой ёжик. Вот, давай еще один. Я очень боюсь их кормить. У них есть зубы. Нет, не губка. Моя новая подруга, только она меня немножко боится. Да? Просто посмотрите, какое идеальное место. Я бы здесь спала. А здесь мы сидели вчера. Такие домики. Здесь мы спали. Это последний день нашего путешествия. 4 дня мы в пустыне, короче, находимся. Было очень весело, но бабушка мне такая сегодня пишет утром. Ты, наверное, такая уставшая. И я такая... Угу. Еле живая. Хочу приехать уже поскорее домой, постирать все вещи и сходить в душ. Вот так вот. Но это очень готовит к армии. Типа, в армии я, скорее всего, буду проходить курс молодого бойца, на котором я буду 5 недель в какой-то пустыне или в каком-то месте без душа и все такое. Фу, 5 недель. Короче, вот так вот. Все, все. Самолетах раньше можно было... Сара, куда мы летим? Раньше можно было в окошко курить самолет. Эфа, Хайлет. Где лапы?